Поверните налево. Я не боюсь тепла. Я боюсь холода. Ну, как мне страшно. Это все время какая-то жара. Так боюсь. Готовьтесь к левому повороту через 1,9 километра. Поджарые. Поджарые — это когда живот подтянут под спину. Говорят, поджары. А чему бомжары? Не знаю. Ну, видишь, вот они такие худоватые, худощавые. А, да? Вообще они толстые. Жирные. Да какие же не толстые, смотри, не худышечки. Когда они худые. А что ты там руками машешь? Я? Познакомился? Нет. Просто Маша руками. Да? Ты что, с кем-то познакомился? Они, кстати, фотографируются с удовольствием. Я фото верблюдов. Один такой: хай. Я на него смотрю, она говорит: сфотографируй нас. И они втроем, так, знаешь, стали на вреду, типа, позируют. Это кто? Ну, верблюды? Нет. Они тоже сказали, что хай. Да, да, верблюды сказали хай, давай сфотографируйте. Это правда? Нет, эти. Забери. Арабы. Погонщик. А, давай, давай сфоткаемся. А, короче, эти на дорогих машинах все, мерседесы, лехусы, тойоты, и едут вдоль трека, белые все в белых одеждах, внутри машины с кондиционерами, и смотрят, каких верблюды бегут. А задача этого робота, он сидит, и у него как такая, типа небольшая плетка, да, и он ею машет. Там видно двигатель, и он ее так вращает прямо как вертолет. Вот. И, видимо, этой плеткой погоняет как раз верблюда. И они скоростью вращения этой плетки регулируют интенсивность ударов по грудью. Ну, то есть быстрее или медленнее бежать. Через 300 метров поверните налево. Ну, прикольно так, конечно. Нормально. Так, а шо, машины едут с такой же скоростью, как верблюды? Да, да. Ну, они рядом едут и смотрят, как их, да. Ну, там ставки делают. Мама. Почему мы их купили за бензин? Потому что там смотреть не на что за. Если бы мы там находились час или два, то можно было бы покупать. На следующем повороте поверните налево. Нет, если бы мы были фанатами,